Блиночки, вот это вот все, это вот я ем. Сейчас она ничего не ест из этого. То есть она может с утра съесть йогурт или какой-то грейпфрут. Наедаться вечером дымки, вот это вот все. Дайте мне конфеты, шоколад, и все, я буду счастлива. Птичка думает о еде постоянно. Дело в том, что когда подходит к процессу еды, то это еда вот будет. Не, мы себе пока не наложим. А не с чем? Не, а что ты пока не хочу, спасибо. Съешь булочку? Не хочу, она мне не понравилась. Мама, я ее только что съела. А с чем она? Мне мутит джемом. Хотя я тут съела, но очень часто можно таких людей, да, то есть она нам не врет.